Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Samsung Galaxy A20s можно очистить кэш. Разблокируем наш телефон. Давайте подождем, пока он запустится. Отлично. Далее выключаем наш телефон. Когда телефон выключился, зажимаем клавишу громкости вверх и клавишу питания. Когда появляется логотип Samsung, так, только сейчас выключился, когда провибрировал, зажимаем. Когда появляется логотип Samsung, отпускаем клавишу питания, но держим клавишу громкости вверх. Попадаем в Recovery Mode. Здесь с помощью клавиши громкости выбираем Wipe Cache Partition. Нажимаем на клавишу питания. Выбираем Yes. Клавиша питания. Reboot System Now. И нажимаем снова на клавишу питания. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!